если говорить о наполняемости, то, в принципе, мы довольны. Достаточно много партнеров наших, с которыми мы работаем, новых. Особо разницы я не увидел. Но смотрите, по поводу того, что происходит сейчас, ведь в Венинге есть разные направления. В частности, мы занимаемся продажей воды через торговый автомат. Вернее, производим такие аппараты. В том числе у нас есть свои сети, которые продают, опять же, воду через эти аппараты. И та ситуация, которая сейчас в мире происходит, на нас она не то чтобы не отразилась. Нам стало даже легче заниматься своим бизнесом, потому что мы находимся в таком социальном сегменте, который сейчас очень востребован. Но мы, конечно, тоже отчасти зависим от импорта, хотя у нас полностью весь цикл производства происходит в России, но некоторые сырье и комплектующие также завязаны на курсе доллара, на поставках и так далее, что, собственно, сейчас страдает. И, ну, мы себя чувствуем относительно нормально. Кризис – это такой момент, когда предприимчивые, креативные люди как раз могут найти в этом определенный плюс. И здесь также нужно понимать, что при этом нужно упор делать не только на экономию, но качество все-таки должно быть тоже на высоком уровне. И я думаю, что те компании, те предприятия, которые в свое время сделали какой-то задаток в плане креатива, каких-то технических решений, им сейчас будет гораздо легче. Соус, я думаю, что это, наверное, на данный момент правильная такая интеграция нескольких направлений в одном пространстве, потому что это дает возможность потенциальным интересантам разных направлений объединиться, ну, скажем так, в одном зале и при этом рассмотреть для себя какие-то новые дополнительные варианты инвестиций. Вот. И вообще, в принципе, в нашей ситуации сейчас для малого среднего бизнеса это очень хороший вариант для вложения. Ажиотаж нормально, все отлично. Я рад.